5 июня в актовом зале городской мэрии прошло аппаратное совещание под руководством исполняющего обязанности главы города Хасавюрт Кургули Кургулиева. На повестке дня были выслушаны отчеты о проделанной работе за минувшую неделю управлением гражданской обороны, коммунальных служб, а также затронутые вопросы, касающиеся управления образования. У нас на этой неделе мы планируем идет череда мероприятий, связанных с празднованием Дня России. Мы подготовили, Каргали Магомедович утвердил план мероприятий. Мы, каждый исполнитель канцелярии, получит это. Ответственность за кем, какие отделы, какие мероприятия проводятся. Некоторые мероприятия по дню защиты детей были отложены в связи с погодными условиями. Буквально вчера Хайбулат Гогиревич проводил часть мероприятий. По спортивной части там тоже несколько мероприятий будет. Выступая перед собравшимися, начальник управления гражданской обороны Мавлитпаша Алиев доложил о том, что за прошедшую неделю заявлений о чрезвычайных происшествиях на единую диспетчерскую службу не поступало. По линии МЧС проблема нет. По городу, по газу, по воду, по заводу относили, что это не поступало. Некоторые минуты, там, часы, да, были в течение, тоже в лесу, да, в течение по полчаса России. Далее начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев в своем выступлении отметил, что продолжаются работы по укладке асфальта. В ближайшее время планируются ямочные работы на городских улицах. Выполнены Кизлярская от Абукова до Магидова, Победа улица от Магидова до Датуева, Привокзальная от имама Шамиля до Дребенской, Воробьева от Буйнацкой до Гоинской, Фабричная от Алиева до Тутургиева, Победа улица от Абукова до Тутургиева, Датуева улица от Шоста до Батырмурзаева. Частично там осталось несколько ямок, которые надо сделать. Это выполнено ООО «Подрядная организация АБУК». Есть еще не выполнены 6 улиц, которые он будет выполнять в течение 2 недель. Кроме него еще кто работает? Кроме него работает ТЭМ, выполнил. Две улицы закончил он, это закончил Грозинскую улицу, закончил он и тот убивый. Сегодня переходит на где вот эта привокзальная и Дребенская сегодня выходит. Также в ходе совещания были затронуты и другие вопросы, касающиеся текущей работы аппарата администрации города. По итогам обсуждения были даны соответствующие поручения и указания. Намечен алгоритм действий, который в перспективе позволит получить положительный результат. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».